помимо двусторонней, между нашими странами есть насыщенная региональная повестка, причем интенсификация и расширение регионального взаимодействия является ключевым фактором развития как региона в целом, так и каждого отдельного государства Центральной Азии. В целом, касательно вопросов региональной интеграции, кыргызская сторона считает важным увеличение объема взаимного товарооборота, привлечение прямых иностранных инвестиций, кооперацию, взаимодополнение, а не конкуренцию. Отрадно, что у наших стран есть понимание, что торгово-экономическое, энергетическое, транспортное и иные взаимодействия, виды взаимодействия, направленные на развитие национальных экономик стран, являются прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира и процветания всей Центральной Азии. Уважаемые министры, от качества вашей работы, ваших усилий, диалога и взаимопонимания на уровне внешнеполитических ведомств напрямую зависит успешность региональных инициатив и позиционирование нашего региона как единого целого. В условиях непростой международной обстановки хотел бы призвать вас сообща отстаивать и продвигать общие интересы региона во благо народов наших государств, дать соответствующие поручения дипломатам, находящимся в посольствах и многосторонних структурах. Глубоко убежден, что выбранный нами курс на региональный диалог послужит ключевым фактором процветания региона, достижения нашими народами благополучия.